Каждый турист и путешественник, приезжающий в любой регион нашей великой страны, стремится к одному – в сжатые сроки посетить как можно больше достопримечательностей и с максимальной пользой провести время, отведенное для путешествия. Не являются исключением и отдыхающие, для которых в санаторно-курортных учреждениях специально разрабатываются однодневные туристические маршруты, позволяющие ознакомиться с достопримечательностями региона без ущерба для лечебно-оздоровительного процесса. В Карачаево-Черкесской республике такой достопримечательностью без сомнения можно считать Софийские водопады. Расположенные в 15 километрах от поселка Архыз, водопады привлекают к себе тысячи туристов в летний период. Кто-то приезжает сюда на один день насладиться невероятно красивыми горными пейзажами. Другие разбивают палаточный лагерь и на несколько дней уходят в горы, к Софийским озерам. В любом случае Софийские водопады – это туристическая мекка не только для гостей Карачаева-Черкесии, но и для всех, кто приезжает летом на отдых в ближайшие регионы. Я не буду рассказывать о том, как доехать до водопадов. Сейчас, в эпоху спутниковой навигации, хороших асфальтированных дорог и ярких указателей, сделать это сможет даже ребенок. Поэтому заострю ваше внимание на тонкостях, о которых вы должны знать. Стартовой площадкой вашего путешествия будет поляна Таулу. Именно до этой точки вы сможете без проблем добраться любым удобным для вас способом. Двигаясь от поселка Архыз в сторону поселка Романтик, не пропустите левый поворот с указателем Софийские водопады. Через пару километров грунтовой дороги вы будете на поляне, на которой вы сможете разбить при необходимости палаточный лагерь, купить продукты питания и сувениры и, конечно же, определиться, как вы попадете на водопады. Вариантов несколько. Вариант первый. В составе джип-тура. Стоить это удовольствие будет от 600 рублей с человека. Вариант второй, который тоже подразумевает денежные расходы. Верхом на лошадях. Вариант третий. Пешком. От поляны Таулу до водопадов вам придется прошагать 10 нелегких километров в одну сторону. Поэтому если вы приехали на поляну после обеда и не планируете ночевать в горах, этот вариант вам не подойдет. И последний вариант. На своем авто. Скажу сразу, если у вас не внедорожник, то не стоит искушать судьбу. Безмятежный отдых в любой момент может превратиться в дорожную неприятность со всеми вытекающими последствиями. Эвакуация, ремонт авто и так далее. После того, как вы попали на Софийскую поляну, конечно же, стоит подняться к самим водопадам поближе. Ради этого вы, в принципе, сюда и добирались. Подъем к водопадам в среднем займет около 1 часа, и легким его не назовешь. Сразу стоит избавиться от лишнего груза. При этом даже летом возьмите с собой ветровку или флиску. Чем ближе вы будете подходить к леднику, тем ниже будет окружающая температура. Наградой этого путешествия станут не только ваши незабываемые впечатления, но и, конечно же, потрясающие фотографии горы София высотой 3637 метров, Софийского ледника и 90-метрового Софийского водопада.